Ребятушки, всем привет. Смотрите, какая красота вокруг. Это получается первый день, когда вот, начал валить снег. И у нас один друган предложил сходить в поход на некие плавающие озера. Вот, и попробовать дойти там до одного прикольного места по лесу. Зарядились чаем. Сейчас взяли теплого шматья, чтобы не замерзнуть. И все, сейчас прогуляемся по этой всей кайфушке. А кто бы еще не говорил, вот там, кстати, рыбак на льду стоит. Кто-то вроде говорил, что еще пока рано, но их даже двое. Рыбку ловят, ребята. Короче, Леонид, ты куда собрался? Я пойду на оленя. На оленя? Поход? На оленя озеро. Это ты придумал всю эту историю? Ну, вообще Володя. Вообще Володя. Короче, да, доехали до крайнего, можно сказать, места, дальше пешком. Тачки здесь оставляем и все, и в поход. Все, готовы. Давно я уже не был в таком прикидоне. Погнали. Погнали! Есть дальше три пути, три дорожки. Куда свернуть, Володя? Что делаем? Раз, два, три. И вернулись мы вот оттуда. О, у нас в снегоходах уже народ там гоняет. Нормуль. Лесочек. А ты как сюда попала? Смотри, какой мох красивый. О, да, кстати, ништяк. Тут вообще всякие прикольные такие места проходим. Природные. Супер. Что за смешанный лес такой, да? Из елей, березки. Чё, мы направо уходим? Развилка. Хедшот. С ребятами двигаемся дальше. Вот здесь чей-то привальчик, походу, каких-то лесных друидов. Пенечки. Вот здесь чекпоинт для себя устраивал, походу. Перевалочный. Масонская метка какая-то. Бредем далее. Полболотинка какая-нибудь. Маршрута велосипедистов и, не знаю, бегунов. Лень, что это такое, Лень? Это вот этот маршрут, это что такое? Да. Маршрут хождения по лесам по нашим. А, то есть типа туристический? Да, туристический маршрут. Сюда можно москвичей просто по 5 брать человек и вот так прогулки устраивать на целый день. Они прям вообще кайфовать. Я думал, кто-то так и устраивает, только с квадриками просто. Да, нет, они пешком ходят, только чуваки эти не Тушинские, а московские. Ага. Тушинские еще не додумали эту тему. Ну да. Собирать просто для активного отдыха походики. А так еще, если бы велосипеды в петушках давали, сторон бы каталось бы. Просто пушка. Справа снова знак масонов, налево туристический путь. Валим. Группа туристическая. Сейчас посмотрим. Зубы, да? Зубы, да?
Хорошая попытка перейти на ту сторону, да? Я тоже поэтому боюсь. Но еще можно... Еще пару шагов можно попробовать. Ты, может, палочку возьмешь, потыкаешь? Да, бери палку, ты не смотри. Алёша, есть сусли шлёпки? Йоу. Сусли шлёпки. Так, человек там пытается пройти, а вот другой путь, если ты без сапог, придется вот через речку, через вот эти бревна, но очень скользкие. Опасненько на самом-то деле, честно говоря. Чё, Лёнь? Пойдём, чекай! Нормально? Да, идите, всё нормально, пройдём. Ну это с палкой ты прошел. Ты с палкой прошел. Без палки я вам отвечаю, хуёво идти. Ну, у меня тоже скользкие такие же. Потихоньку. Мы тут как на коньках просто движемся. Давай, Зая, ты сможешь. Так, мы здесь не одни. Ребята, а у вас группа-то откуда? Бля, не слышит. Сейчас. А у вас откуда вы группа? Ребят! А у вас откуда вы группа? В Москву едем. А, ну просто интересно, кто откуда вас здесь гоняет. Ладно, удачи. Ребята, вот тут группы, короче, из Москвы, но они с сапогами, прям с такими там чемоданами. Это мы налегке. Вот. Первый мостик прошли, вроде бы попроще, сейчас второй посмотрим. Посмотри, вот. Вот это, короче, главное, сама синьга. Вот это синьга? Мать. Ай, бля. Иди, край камеру, иди просто. Короче, вокруг здесь все болото, да? Да, это болото все. Вот, синьга. Упал я, короче, подскользнулся, ну ничего, что. Чай, камеру, блин, переходи. А что? Да? Может, не выдержать меня? Не ссы. Не ссы в трусы. Не факт, что я выживу, ребят, но... Руслан, вообще, блядь, ну ты сейчас упадешь, ты ебнулся, что ли? Чего? Потому что... На, ну не, в натуре... Я тебе... Руслан, ты сейчас упадешь. Забей хуй. Я, блядь, служил, нахуй, в... В спецназе. Шучу. Так, кстати, те ребятки вообще идут на ночь. Вот так вот. Вот оно испытание, да? Интересно, как они ночь проведут там, чем они будут греть там, все это дело. Ну, я думаю, что если они уже решились на это, наверное, не в первый раз у них происходит. Ты где шел? Нет. Чего? Да ты гонишь. Володя ушел под воду. Надо придумать решение какое-то. Блять, инженерное. Там никакого бревнышка на берегу. Просто здесь болотина, и здесь особо ничего не найдешь. Нужно инженерное решение. Че, сильно, Вован? Конечно. Насквозь. Ништяк ощущение? Ну давайте я сейчас тогда. Инженерное решение появилось. Короче, можно просто переводить людей потихонечку. Вот сюда иди. Ну, давай. Ко мне. Вот сюда теперь, вот туда. Ножку. Everybody attention. Everybody attention. Everybody attention. Все. Давай тебя переведу. Давай, everybody attention. Everybody attention. Everybody. Ништяк. Блин, как ебался. Фу. Воняет крысой. Воняет крысой. Ха-ха-ха.
смотреть носок. Ой, бля. У меня реально не хватает растяжки. Там вот не пиявка это? Бля, у тебя пиявка присосалась. Где, бля? Да! У тебя пиявка! Вот! Бля! Да не был, но она выглядела как пиявка. Доставай носки. Да по щиколотку ушел, и Руслан тоже по щиколотку. Ну Руслан же перебрался. Ну да, похуй. Прям. Так, нужно помочь мне встать. Как холеный тип вообще. Между делом. Почистит. Ну как тебе ощущения от прогулки? Хотел искупаться, вот. Искупался. Нормально? Как будто ничего не бывало. Друид такой с палкой идет. Так что перед нами более опытная группа идет. Мы к ним, короче, прибились. Они нас обгоняют. Так, перед нами идет более опытная группа. Мы с ним прибились. Тебе какой-то... нравится прогулка? Нет, нет, конечно. Нет? Не, ну на самом деле ништяк, что, конечно, небольшое разнообразие. Просто нравится, вот как они из палатки. А, нет, просто то, что мы идем, блядь. Да не, ништяк. Так, мы бредем по лесу. Еще нас ждет очень долгий путь. И финиш будет не скоро. Но мы не сдаемся. Сколько мы, кстати, идем уже? Я не знаю, сколько времени. Три часа? Бля. Время три? Не, время два. Не, идем-то сколько по времени? Час. Час мы идем. Час с чем-то, короче. Погоди. Дайте палочку. Кидай. Дай, бери палку. Ты уже палкой бей. Бери палку. Палка. Только в лед аккуратно. Ты готов продолжить путь? Да. Конечно. Я покорю это озеро. Если что, было непонятно, вот это озеро, кстати. Снимай! Потом угорать будешь. Упадет кто-нибудь обязательно. Мы все детство здесь тусовались. Для нас это так. Семечку погрызть, но кроме него. В Тимберлендах. За 25 тысяч? Да. Я, если что, вешу 110 килограмм. Да ничего, это не отмазка. У нас мордасок видел. Держи меня, палка. И все. А куда? Нужно круг леса едет? Ну да, там не про... дальше на оленя в сыр слишком. Дальше следов пока нет, протоптышей, но есть какие-то странные следы от животного непонятного. Лапки какие-то. Это что-то, блядь, иноземное? Инопланетное? Что это такое белка? Это белочка. Еще чьи-то. Следы. Давай. Так, что, привал? Вот я думаю, финишный. Дальше не пойдем? Хватит. Сейчас подумаем. Мы почти на все пойдем, получается. Кальянчиком, с чайком, со всеми делами. Здесь есть булка с сыром, кстати, если кто хочет. У меня есть еще эти. Нормай. Бродики. Килька в томате. Огурчики, сальцо. Там у кого-то выпить даже было. У кого? О-о-о! Нет. У тебя? Уходи, пивка взять. Да. Там просто береги воды, с табличкой написано, берегите лес. Не жгите. Вон они идут. Мы только покурить. Перекупнул.
Они такие, а что вы здесь делаете? Да просто нам, бля, кальян в городе не курится, нахуй. Нет, в городе запрещают кальян курить. Шли на озеро, ребята. И не дошли. И не дошли. Для того, чтобы успеть вернуться еще по светлу обратно, мы решили тормознуть здесь. Курить кальянчику, покушать, попить чайка и стартануть обратно. Нифига вы там закидываете, Екатерина. Все, минус боец. Ладно, мне кажется, без допинга не дойдешь. Ну, они бухие точно. Не дойдешь. Я думал, будет сложно разжигать. Это потому, что это горит. Кора. Сейчас она впадет. Березовая? Да. Лучший такой лайфхак, как разжечь костер, да, бережу, когда жгется вообще же люто. Что? Что, мы в Московской области? Не, да. У меня написано 5 километров. У тебя мегафон? Да. У меня тоже мегафон. А где тогда мегафон? Интернет? Расскажи мне мегафон. Или это вообще, да, без вариантов? Кстати, ушли. Из Петушляндии еще посмотрим. Яндекс навигатор. Скрытая реклама Яндекса. Так, давай определи. Не хочет определять, где мы. Такого места не существует. А, нет, вот, смотри-ка. Он нас нашел. Опа, мы реально в топях в каких-то. Так, вот они, петушки. И мы здесь просто в болотистой местности. На Синге, неподалеку. Вот так вот. Ну как тебе прогулочка? Бомбически правильно сделали, что сегодня пошли в лес. Классно. В следующий раз точку возьмем дальше, да? До финиша дойдем. Да. Сейчас мы, может быть, где-нибудь только дошли. Ну да, при том, я что думаю, мы уже здесь час стоим, да? Не час. Что это такое у нас, киндер-сюрприз, что ли, Иван? Да. Кто главный изобретатель у нас тут? Или этот, как его, кук, повар? Иван, красава. Картофанчик нормальный, кстати, получился. Съедобный. Так, пит-стопчик был совершен. Собираем манаточки и обратно в город. Нужно еще добраться нам в освояси. Это еще целый путь будет, да, Лень? Да, еще. Километров 5, наверное. Попробуем вернуться за светло. Да? Нет? Не получится? Не получится? Получится, да, сейчас втопить. Ага. Если, да, если втопить. Я уже иду в одном носке не своим. В ботинках мокрых. Ну что, подкрепились чуть-чуть, кальянчика покурили, похавали, и все. Надеюсь, сейчас до темноты вернемся обратно. Мой хотят реально отапливает, прям на пятой скорости валит, чтобы скорее уже в уюте оказаться. Зато как мы сегодня воздухом подышали. Видите? Прям фух сразу, сверкаться начинает лето. Бляха-муха, развилка, что делать? Подскажите, пожалуйста. А, вот там сейчас это будет. Мостик этот будет ебанутый этот. Тёма теперь у нас с посохом друида. Так. А ну расступись! Как Гэндальф. Так, а мы... Мне казалось, что мы сначала мост проходили. До этого мы здесь с Володей утопили по ботинку уже. Сейчас, может, без жертв с палкой пройдем нормально.
расстояние дорог. Не, нормально. Нормально, нормально. Тут вообще прям простенько. Давай, войны! Раз! Раз! Раз, два, три! Не, не так. Раз! Раз! Раз, два, три! Раз! Раз! Раз, два, три! Короче, главный секрет, чтобы это звучало как по-ебанутому, прям, как будто ебанутый прям. Да? Да, это главный секрет. Аккуратнее. Лёнь, иди. Косяк. Чё? Моя фамилия аккуратнее. Но в этот раз более удачно все прошли. Потому что палка Гендальфа. Ну да, тут, блядь, палка, посох да, Гендальфа решал. Прибит. Ничего. Аккуратней, Кать. Интересно, здесь рыба водится? Да. С палкой неудобно, да? Да вообще, тут мешает. А ты в окне вниз? А вот. На топтыше. Готов? Да. Испытание пройдено, короче. Все живы остались. Пока еще. Но это не факт, что все дойдут. Самый ништяк — камеру уронить в воду. Вообще прям нормально было. Выстрелки не глубоко. А, это беззащитно, да, это сразу? Ну, конечно. Нет, тут даже пофигу, просто сложнее ее, может быть, найти потом. А что, мы все эти преграды прошли, три, да? Да. Дальше остается только просто пешочком. Ой, блядь. По болотам гуляем. Зимой. Ну все, еще, наверное, часочек пешочком продышаться свежим воздухом, кайфовым. И все, и мы возле машин будем. Тут туристический путь, который я показывал до этого, с указателями туда идет. Сюда вообще, типа, нежелательно ходить. Тут нет следов, куда вы пошли-то? Мы не здесь шли. Мы шли по другой дороге. У меня ребенок дома ждет. И жену еще тоже. Вот здесь, может, не видно, но это вообще доски лежат по этому болоту тоже. Вот, короче, можно сказать, что мы вот пропердели сегодня хорошенько, прогулялись, да, продышались. Вообще огонь. Время на природе провели. Кайф. Вот. Назовем эту прогулку пропергулка. Вот так. Тикто. Гоу. Так, а вообще мы путь держали... Лёнь, куда мы шли? На какое озеро? На Круглец. На Круглец. Сейчас пару фоток я приложу оттуда. Что это за место, как там красиво, но... Ну, лёд ещё не замёрз, и мы прошли несколько вот таких преград. Самых простых. И дальше ожидало намного сложнее. То есть мы просто ушли бы где-то под воду, наверное. То есть еще путь, так сказать, не готов. Еще не промерзло все, чтобы туда путешествовать. Вот. Но как-нибудь доберемся и до туда. Время 4:30, уже такая тьма начинает наступать. Остается немного времени, чтобы живыми выбраться из этого леса. И то не факт, что мы по светлу дойдем живыми. У кого-то уже нет ноги, у кого-то пальцев
рук, и ну, мы не сдаемся и двигаемся дальше. Блин, уже мрак такой, слышишь? Тьма такая. Какой день мы идем уже? Уже не первый же день, да, мы идем? Просто насколько мы в связи с автомобилями разучились ходить. Конечно. Прикинь, а мы даже десятку еще не прошли. Давай все. В комфортной среде находимся для себя. Жестко. Жестко. Ну все, наверное, на этом будем заканчивать наш ролик. Будем надеяться, что до дома мы доберемся.